целом на подготовку к встрече Нового года требуются значительные суммы. Кто-то даже тратит весь доход за месяц. А по данным крупного онлайн-сервиса по поиску вакансий, в Иркутской области самые высокие предлагаемые зарплаты по Сибири. Почти 54,5 тысячи рублей. Именно столько работодатели готовы платить сотрудникам. Но напомню, что это средний показатель. За два года предлагаемая зарплата в нашем регионе выросла на 4 тысячи. Соответствует ли этот рост изменению цен на продукты – вопрос спорный. Интересно, что сами соискатели запрашивают у нанимателей денег меньше. Средняя ожидаемая зарплата на данный момент в Иркутской области почти 42,5 тысячи. Получается, мы сами не оцениваем свой труд по достоинству. Интересно, что средняя предлагаемая зарплата по России и то ниже, чем в нашем регионе – около 50,5 тысяч рублей.